А сейчас пойдет речь о том, как медиахолдинг «Тверской проспект» выстраивает добрые взаимоотношения с одним из ведущих вузов региона – Тверским государственным университетом. Накануне в нашей редакции состоялась встреча студентов, преподавателей и сотрудников телерадиокомпании с ребятами, которые поступили в этот университет и осваивают новые знания в интересных форматах. Студенты первого курса направления международные отношения в рамках дисциплины связи с общественностью посетили с экскурсией медиахолдинг «Тверской проспект». Инициатором такой встречи выступила преподаватель, кандидат филологических наук, начальник управления по связям с общественностью Тверского госуниверситета Людмила Чунева. Университет и телерадиокомпания «Тверской проспект» – давние добрые партнеры, я бы даже сказала, друзья. Нас связывает не только работа какая-то по проектам, нас связывают те массы студентов, профессионалов, которых мы готовим, которые идут работать на эту телерадиокомпанию. Мы вместе делаем новости для нашего города, для нашего региона. И, как мне кажется, вот эти такой новый наш формат, экскурсии, да, когда студенты приходят посмотреть, как все изнутри устроено, оно только нашу дружбу укрепляет, позволяет выстроить какие-то новые перспективы, новые форматы работы. Студентам рассказали, как устроена работа телестудии, как грамотно составить пресс-релиз, чтобы заинтересовать СМИ. Это и стало одной из главных тем интерактивного занятия с молодежью. Узнал много нового о профессии радиоведущего и телеведущего. У нас еще не было таких экскурсий, спасибо. Особый интерес вызвало посещение региональных студий «Русское радио» и «Радио Шансон». Студенты смогли пообщаться с радиоведущими, увидеть, как проходят прямые эфиры. Как отметили студенты, такой формат учебных занятий эффективен, помогает сформировать профессиональные компетенции и погрузиться в тему.